Совет дня. Постарайтесь в течение дня найти время для себя. Это может быть время, которое вы проведете на природе и будете дышать чистым воздухом. Или вы проведете это время за чтением любимой книги, или находясь перед иконой или образом святого, которому в своем сердце вы поклоняетесь, чье покровительство вы принимаете. Пусть это время наполнит вас для того, чтобы вы могли решительно и эффективно взаимодействовать с окружающим миром.